Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, коллеги, партнеры. Я вижу, что микрофон сегодня работает с самого начала, может быть, даже слишком громко, да? Если слышно, хорошо видно, плюсики поставьте просто в чате. Если кому-то что-то мешает со звуком, дайте мне знать, я, может быть, тише сделаю. Вот у нас с вами сегодня время общения по теме маркетинг-плана нашей компании. То есть инструмент, который позволяет вам зарабатывать деньги сегодня, инструмент, который позволяет вам улучшить финансовую сторону жизни, не дожидаясь, скажем так, той прибыли, которую каждый из вас наверняка ожидает от реализации проекта на практике, от строительства дорог, от прибыли, которую будет получать компания в виде дивидендов, будет она распределяться между теми, кто стал собственником технологии. А сегодня пока данная возможность есть. Я думаю, все, кто присутствует в комнате, знают, что у нас в ночь с 7 на 8 число, в марте месяце, будет осуществлен переход на 9-й этап развития. Да? Соответственно, те люди, которые придут в наш проект после 7 числа, с 8 марта и далее, да, то есть праздник, может быть, кто-то захочет проинвестировать, кому-то подарок сделают, да, в виде денег и так далее, то количество долей компании, количество акций, как мы это простым языком называем, в каждом пакете будет уменьшено. И уменьшено будет, я предполагаю, там от 20 до 30%, точные цифры мы будем скоро уже знать. Как только руководство нам эти цифры сообщит, во всех соцсетях мы сделаем, разместим посты, в которых напишем, да, отличие инвестирования в данный момент и на день позже, например, 7 числа и 8 числа. Вот таким вот образом. Поэтому я не хочу говорить, в принципе, никогда никого излишне не мотивирую на то, что вот время должно сжаться, там небо падает на землю, крыша падает на голову и так далее, и так далее. Но тем не менее, знаете, что если вы еще по каким-то причинам не рассказали своему окружению о том, что есть данная возможность, есть большой смысл в том, чтобы с информацией о нашем проекте этих людей познакомить. Потому что когда-то они могут быть вам очень благодарны за то, что вы им это предложили. Либо очень злы на вас, если вы им не расскажете, например, до момента выхода на мировой рынок, когда акции будут стоить там доллары выше, да, вот, они скажут, а что ты промолчал тогда? Я был готов это сделать еще несколько лет назад. То есть, чтобы потом не краснеть, не сомневаться, не опускать глаза в пол и так далее, у вас есть шанс дать информацию своему окружению сейчас. Но делаю важный акцент. Вот. Наверняка у нас есть в комнате люди, которые опытны в бизнесе под названием MLM, да, то есть многоуровневый маркетинг, скажем так, там, где есть многоуровневая система распределения прибыли, дохода компании. Вот. И если есть такие люди, кстати, поставьте цифру 5, у кого большой опыт работы в сети. Вот. И данная индустрия, данный вид деятельности, он работает по определенным правилам. Вот. Эти правила просты, кстати, да, но большинство людей, приходящих в этот мир, в мир MLM, стараются эти правила усложнить. И на некоторых вебинарах я раньше говорил, то есть у меня была знакомая женщина, которая начинала, если кто знает такую компанию, Mary Kay, да, вот если женщины у нас есть, возможно, они больше наслышаны об этой компании. Женщина, про которую я вам хочу сказать буквально минутку времени, да, она была первым дистрибьютором данной компании на территории Российской Федерации. Вот. Она привезла, по сути дела, этот бизнес из Соединенных Штатов. Ее попросили возглавить данный бизнес здесь, и она начала организовывать этот бизнес. Вот. Она когда-то сказала, что, ты знаешь, я, говорит, открыла тайну, почему на территории бывшего СНГ так буксует MLM бизнес, хотя, скажем так, во многих странах мира, там, где он начинает развиваться, он идет очень хорошо, и люди быстро добиваются успеха. Потому что во всем мире, она мне привела пример Мексики, да, говорит, я однажды уже работая, скажем так, специалистом по ознакомлению людей с правилами работы в MLM бизнесе. То есть она стала бизнес-тренером, то есть она ушла там из Америки когда-то и так далее, стала заниматься в другом направлении, да, и говорит, я была на представлении американской компании в Мексике, на презентации. Вот зал, который был достаточно большой, но, говорит, там было огромное количество простых людей, все рапы, в этих, сомбреро, да, которые приехали на каких-то ишаках и так далее. И вот, говорит, к моему удивлению, эти люди получали на сцене чеки там 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов за выполнение там очередных квалификаций. Вот. И пообщавшись, посмотрев на все это, говорит, я сделала вывод, почему, говорит, там идет хорошо, а у нас нет. Потому что более 80% людей, приходящих в MLM бизнес в большинстве стран мира, это люди, не имеющие высшего образования. Почти все, более 80%, обратная пропорция, даже более 90% людей, приходящих в подобные виды бизнеса на территории СНГ, это люди, имеющие минимум одно высшее образование. Это люди, которым в голову вбили, начиная со школы, в институте, да, и потом, где они работали, что деньги просто заработать нельзя. Я не говорю слово легко. Легко и просто это не одно и то же. Да? К сожалению, большинство людей, проживающих в мире, на территории стран СНГ, например,
с огромным трудом делают простые вещи. Связывают два простых, три простых слова, там, например, «я тебя люблю», да, чтобы помириться. Очень сложно. Произнести их просто, но, блин, вот переступить через себя крайне проблематично. Мы очень легко можем, распахнув рубаху, пригласить там до 50-100 человек к себе на день рождения или на свадьбу, да, там, типа, отметить какой-нибудь праздник, хорошо, сыто поесть от пуза там, и так далее, и так далее. Но почему-то возможностью, которая может значительно улучшить жизнь людей, да, не нагрузить их печень, не раздолбать их кишечник, да, вдрызг, вот, и сосуды, там, например, и голову от выпитого и так далее, а наоборот, навести порядок в их жизни, хотя бы в финансовом направлении, мы очень проблематично делаем простые вещи, приглашаем этих людей на получение информации о развитии нашего проекта. Не знаю почему, но вот этот гвоздь, как я говорю, как говорит Рэнди Гейдж, да, вот мы в черепе, у нас какие-то большие проблемы. А методика работы, да, по схеме привлечения партнеров, расширения своей партнерской структуры, неважно, вживую это делается, либо там в соцсетях, она проста. Первое, нужно быть честным, да. Второе, не нужно, скажем так, ничего делать излишнего. Не нужно навешивать к технологии либо к чему-то еще дополнительную информацию, которая не соответствует реальности. Вот. И очень важный момент, самый первый, да, который вот говорят лидеры MLM-бизнеса в разных компаниях, правило 3N. То есть новый партнер, который пришел, одухотворился, у которого там огонь горит, да, у него глаза вот такие, он увидел перспективу, он понимает, что он сейчас станет богатым и успешным, ничего никому не рассказывает сам. 3N. А делает это благодаря тех партнеров, которые пригласили его в данный проект, благодаря интернет-мероприятиям, которые проводятся у нас практически каждый день на целом ряде языков мира, да, либо живые презентации. Если вы честно отработаете свой круг людей, которых вы знаете на сегодняшний день, а их в среднем там от 300 до 1000 человек у каждого, ну, кого-то вы помните лучше, кого-то вы, скажем так, знаете лучше, с кем-то вы общаетесь чаще, с кем-то вы общаетесь очень редко, но круг примерно такой. Если вы благодаря своим партнерам донесете информацию до этих людей, то ваш бизнес сложится. Если вы это будете делать сами, я никого не хочу обидеть, вы все умные люди, я знаю, у вас у всех есть и образование и так далее. Вот. Но люди вас будут воспринимать вчерашним, таким, каким вы были вчера. Да, если вы вчера занимались, неважно чем, может вы даже вчера, скажем так, работали в какой-нибудь научной организации, которая делает там супер-пупер вещи, вот, которые важны для всего мира, а тут вдруг вы заговорили про транспорт, про скорости до 500 км в час, про форму, скажем так, и размеры стального колеса, про, скажем, технологию вантовых мостов, да, про человека под именем Анатолий Эдуардович Чайницкий, которого кто-то не слышал, может быть, еще, а таких очень много людей, да. Вот. Если вы начнете людям говорить об инвестициях, до этого момента сами особо не имели к этому никакого отношения, возникнет где-то недопонимание, где-то сомнение людей, и это нормально. Но если вместо вас это сделает кто-то другой, есть вероятность, я не говорю, что на 100%, даже 50%, что эти люди услышат, им, возможно, будет интересно дальше это делать, да, потому что это им рассказали не вы, с кем они вчера пили пиво, ходили на футбол, мылись в бане, ходили в театр там, или еще куда-нибудь, да. А это рассказал человек, который, в принципе, да, он заинтересован в том, чтобы структура партнера росла, но он не цепляется за каждого, скажем так, вновь встреченного человека. Кстати, к этому нужно относиться тоже спокойно. Не все те, кого вы знаете и кого вы еще узнаете по жизни, будут следовать за вами. Это, кстати, касается любой стороны вашей жизни. Вы можете любить хоккей, а человек, с которым вы дружите, и, в принципе, любите его, да, там, по-дружески, вот, он может любить театр, например, а вы ненавидите этот театр. Вы можете любить heavy metal, да, и при этом общаться с человеком, который любит классическую музыку и так далее. Мы все разные. Но, тем не менее, есть очень важная сторона вопроса, в принципе, в итоге, да, это финансовая сторона. Финансовая сторона, которая, по сути дела, сегодня интересует, ну, я могу сказать всех, это было бы неправильно, да, но огромное количество людей. Многие события, в жизни которых могут произойти, если у них денежных средств будет больше. Я, опять же, не хочу вас направить в сторону заморачивания на деньгах, да, но деньги – это тоже инструмент реализации того, чего хотите вы, либо того, чего хотят люди, которым вы можете предложить решение их вопросов. Соответственно, по большому-то счету, первые шаги – это определиться, кому бы вы об этом рассказали при помощи своих наставников, либо нейтральной информации из интернета, либо живые презентации. И второе, да, помочь людям решить то, чего им надо решить. То есть, по сути дела, вам нужно по-человечески поговорить с людьми и узнать, как они живут сегодня, что для них важно. При этом это не должно выглядеть как допрос, да, то есть вы светите, скажем так, лампой в глаза человеку и задаете ему стандартный перечень вопросов. Нет, почему мы и говорим, что в принципе те люди, которые начинают работать со своим кругом, да, первое, они достаточно хорошо знают о том, что происходит в семьях,
в жизни людей, с которыми они дружат, либо родные, близкие и так далее. Я не могу сказать, что вы все можете знать на 100%, но тем не менее примерно. Вот. И второе, это, наверное, те люди, которым вы в первую очередь хотите помочь. Если вы к этому будете относиться именно с позиции, что вы можете помочь, а не можете забрать у них часть денег для того, чтобы заработать свои проценты, да, ну и выстраиваться будет по-другому. Не знаю, надо ли мне это было вам говорить сейчас или нет, но я считаю, это важный момент. Да? То есть, когда вы к этому относитесь не просто как к инструменту выколачивания денег из своего окружения, а многие, кстати, к этому относятся именно так и начинают, скажем, предлагать возможность стать совладельцами пакета «Далее» компании нашей, инвесторам, там, зарабатывать деньги незнакомым людям. Знаете почему? Потому что где-то до конца сами не верят, это раз. А второе, боятся услышать там метод своего окружения, что кто-то покрутит у виска и так далее, и так далее. Вот если этот рубеж преодолеть, вот, если не пытаться осчастливить незнакомых людей, потому что, поверьте, с ними вам будет еще сложнее работать. Уровень доверия от незнакомых людей к вам, он еще ниже, чем у тех, которые, с которыми вы общаетесь сейчас. И как говорит Рэнди Гейдж, да, если вы, скажем так, уверены в том, что если вы начнете работать по созданию своей партнерской структуры с незнакомыми людьми, у вас получится легче, он говорит, можете пойти, он не говорил застрелиться, но тем не менее, ребят, это адский труд. Это, говорит, сотни, в тысячи раз сложнее работать на холодном рынке, чем с теми людьми, которые вокруг вас. Ну, при условии одном, что вы никому особо не насолили в этой жизни, да, не обобрали кого-то, не были по отношению к другим нечестны и так далее, и так далее. Если вы обычный, хороший человек, да, вот слово «обычный» может быть не совсем как корректно, но тем не менее, тот, который, скажем, занимался в своей жизни, интересовался чем-то, развивался, рос, работал, зарабатывал деньги, да, там, если у вас есть семья, соответственно, помогал своей семье и так далее, и при этом помогал еще другим, да, либо, скажем так, по крайней мере, не мешал, не создавал проблем, есть вероятность, что вас будут слушать, но благодаря все-таки инструменту, который я вам сказал. Это инструмент ваш наставник, это инструмент презентации, который у нас проходит в режиме онлайн, это живые презентации в целом ряде городов и стран. Это инструменты. Хоть это и сухо звучит, но тем не менее это именно так. И правильное использование этих инструментов вам позволяет продвигаться в направлении, скажем так, получения серьезного дохода по партнерской программе. Кстати, любую деятельность, какую бы мы ни назвали, там везде есть свои инструменты. И неправильное использование тех инструментов сулит тоже, скажем так, далеко не лучший результат, который бы вы хотели получить. Ну, мы так устроим. Я думаю, вы со мной согласны, да? Итак, коллеги, маркетинг-план. То есть, действительно, партнерская программа нашей компании достаточно проста. Да? То есть, она была пару лет назад немножко другой. Вот. Я не могу сказать, что она была сложнее. Но там на начальном этапе были как бы так условия, наверное, более жесткие, обязательные, которые, по сути дела, способствовали тому, что ну, выдержать, скажем так, какое-то количество отказов может тот человек, который ну, серьезно прилип к нашему бизнесу, да, и выполнение первой квалификации, позволяющей получать деньги с глубины, вот, там были определенные условия. Сейчас есть условия роста квалификации, но практически с первого же момента заключения соглашение партнерского с нашей компанией, у вас есть возможность зарабатывать даже при всем при том, если вы еще и не купили себе какого-либо пакета. Раньше такого было невозможно. Сейчас такое есть. Но здесь важное условие. Да? Зарегистрировавшись просто на вашем сайте, вы являетесь клиентом, вот, вы не имеете никакого отношения к партнерской программе. И для того, чтобы начать зарабатывать деньги по партнерской программе, вам необходимо подписать партнерское соглашение внутри личного кабинета, после которого у вас будет доступен кабинет партнера. Да, в нем там есть дополнительные пункты, которых нет просто в кабинете инвестора. После этого вам будут доступны ваши реферальные ссылки. После этого вам будут доступны баннеры, там, как инструменты и так далее, да, которые вы можете использовать для привлечения людей в свой бизнес. Так вот, первая квалификация, которая сразу же у вас получается после подписания договора о взаимодействии с нашей компанией, называется партнер. Вот. У него нет никаких обязательных условий, кстати, кроме подписания этого соглашения. И уже в этом случае вам компания предоставляет возможность получать вознаграждение с 4 уровней глубины вашей структуры при условии, что вы даете кому-то информацию, люди регистрируются, причем неважно, у вас первый платеж может пройти не обязательно в первом поколении, а во втором или в третьем, да? Но вы будете получать жесткие привязанные проценты, 15% к первому поколению, это те люди, которые регистрируются по вашим реферальным ссылкам, 4% со второго поколения, соответственно, по ссылкам вашего первого поколения, третье поколение 2% и четвертое 1%. Деньги вы вывести в этом случае, если они будут начисляться, не сможете до момента покупки хотя бы 15-долларового пакета. У нас минимальный пакет стоит $15. Вот если вы, например, накопили на своем бонусном счете $100,
из бонусного счета себе купили какой-либо пакет, оставшиеся 85 долларов вы можете вывести. Вот. Вот таким вот образом. То есть первая квалификация партнер, как я вам сказал, это просто зарегистрированный пользователь, который имеет возможность давать свои реферальные ссылки, делиться информацией с окружением своим, да, при помощи партнеров, делаю акцент, при помощи наставников, при помощи наших интернет-ресурсов, роликов там и так далее, и так далее. И если люди приобретают какой-либо из пакетов на 4 уровнях вашей структуры, соответственно, вы получаете процент созданного товарооборота. Деньги вам идут в этом случае только на бонусный счет. Это партнер. То есть условия достаточно простые. Я знаю, что в большинстве компаний MLM-бизнеса для того, чтобы получать какое-либо вознаграждение, нужно, во-первых, самому купить и где-то на приличную сумму денег, да, для себя что-либо, товары, услуги. И, во-вторых, выполнить какие-то жесткие условия. В большинстве компаний они присутствуют. Там ежемесячный товарооборот, товарооборот структуры, да, своя личная активность, либо то, либо другое, либо и вместе взятое все. Да? У нас этого нет. Вторая квалификация. Она проста, но здесь появляется первое обязательное условие. Ваш личный товарооборот, то есть тех долей компании, которых вы купили для себя, должен составлять не меньше 100 долларов США. Как это сделать? Ну, например, пакет за 60 долларов, за 30 долларов и за 15. У вас будет 105. Да? Причем это можно делать, как мы говорим, накопительно, что очень важно. Вы могли начать с 15 долларов, потом вы могли сразу взять и купить, например, на 130. У вас будет 145. Либо купили на 15, потом купили на 30, потом еще на 30, потом еще на 30, у вас получается 105. Вот вы выполнили первое условие для того, чтобы вырасти в квалификации. В вашем первом поколении должно быть не меньше 2 людей, которые точно так же, как вы, купили долей компании нашей на 100 долларов. Суммарный товарооборот ваш и первого поколения должен быть не менее 300 долларов США. Вы видите это условие, здесь прорисовано рисунок. Когда это происходит, вы получаете сразу же квалификацию консультант, и у вас увеличивается процент со второго уровня, он становится 5, на третьем уровне 3 вместо 2, на четвертом 2 вместо 1, и добавляется еще один уровень глубины. С пятого поколения вы начинаете получать 1%. Вознаграждение вам также платится только на бонусный счет. Третья квалификация, которую я желаю достичь любому человеку, который зарегистрировался у нас на сайте, да, обладает возможностью с кем-то делиться информацией, вот, желает успеха себе, окружающим и нашей компании, это квалификация лидер. Ситуация складывается таким образом, если вы сами взяли долей нашей компании на сумму 200 долларов и более, разовый платеж у нас есть от 200 долларов, да, некоторые начинают гораздо большими суммами. Вот. Иногда люди приходят, покупают пакеты, которые им позволяют сразу, скажем так, заложить фундамент там, 4-5 квалификации по нашему маркетинг-плану. Второе условие. Минимум 3 человека в вашем первом поколении должны сделать такую же инвестицию, как и вы сами, не меньше 200 долларов США. Суммарный товарооборот вашей личной закупки и первого поколения равен 2000, либо более. Когда это условие выполняется, вы становитесь лидером. У вас со второго поколения начинаются выплаты 7%, третье поколение 5%, четвертое 3%, пятое поколение 2% и открывается шестой уровень глубины, откуда вам платится 1%. Кстати, вот разница вознаграждения между партнером и лидером, да, казалось бы, две квалификации, первая и третья ступенька, во втором поколении очень существенна, почти в половину. На первом этапе, на первой квалификации 4%, на второй квалификации, на третьей квалификации 7%. На первой квалификации с третьего поколения вы получаете 2%, а на третьей уже 5%, то есть в 2,5 раза больше. Ну и, соответственно, на первом уровне вы получаете, если вы просто партнер, 1%, а на третьем уровне уже 3%, то есть в 3 раза больше. Как правило, если правильно строится сеть, на каждом последующем уровне большее количество партнеров и больше товарооборота суммарно. Важным отличием квалификации лидера является то, что когда вы ее выполняете, со всего то, что вам начисляется с товарооборота, который происходит, 15% от суммы бонусных денег, вот допустим, положено вам 100% на бонусный, точнее 100 долларов на бонусный счет по процентам, которые там рассчитываются по маркетинг-плану, 15 долларов вам начисляется на акционный. Акционный счет – это подарочный счет. Да, и до недавнего времени деньги начислялись одинаково, 50%, точнее 100% на бонусный и 100% на акционный. Это было еще год назад. С весны стало 100 на 50. С восьмого этапа стало 100% на бонусный, и только с третьей квалификации начисляется 15% от суммы бонусного счета для того, чтобы вы могли пополнить свой портфель инвестиций в нашем проекте. Четвертая квалификация называется мастер. И мастером вы станете тогда, когда в первом поколении вашей структуры будет минимум 3 человека, достигших квалификации лидер. Суммарный товарооборот первого поколения вашей личной инвестиции 5000 долларов, но и ваша личная инвестиция должна быть не меньше 1000. То есть вы сделали серьезную заявку, вы строите серьезный бизнес, вы занимаетесь серьезным развитием своей структуры. Когда вы выполняете данную квалификацию, вам начинает начисляться на акционный счет не 15, а 30%. То есть подарок ваш увеличивается. Вы можете накопить там приличную сумму и купить большой пакет
100 тысяч дали компании, 200, 400, 500 тысяч и так далее, и так далее. Все зависит от того, какую сумму вы накопили на акционном счете. Вывести вы эти деньги не сможете, но акции себе, скажем так, доли компании приобрести, да. Процент у вас увеличивается на четвертом уровне, вам начинают выплачивать в этом случае, когда вы становитесь мастером, 4%, на пятом 3%. Вот. И с 7 по 9 уровень у вас добавляется по полпроцента с товарооборота, который создает ваша структура. Это квалификация мастера. Следующая квалификация называется эксперт. Здесь как бы вот обязательное условие привязка к первому поколению уходит на второй план, потому что для того, чтобы стать экспертом, достаточно иметь минимум двух мастеров в первом поколении, а третий может быть во втором, в третьем, в пятом, в десятом. Но важное условие, чтобы он не входил в структуру первых двух мастеров. Три мастера, суммарный товарооборот первого поколения ваш $10 000, да, и ваша личная инвестиция не менее $5 000. И вы эксперт. В этом случае вам добавляется сразу 1% на первое поколение добавляется, да, то есть, кажется, это не, вроде бы мало, но когда люди выплачивают, например, большие рассрочки, там, да, 20-30 человек по $500 ежемесячно, соответственно, 1% это уже существенно. Вот. Далее, у вас добавляется с 10 по 20 уровень 0,2% создаваемого товарооборота. То есть это отличие от выплаты процентов от квалификации мастера. И 40% от бонусного вознаграждения выплачивается на акционный счет. То есть дошли до эксперта, соответственно, за каждую проплату в глубине вашей структуры положенные проценты идут на бонусный счет и 40% от этой суммы идет на акционный счет. Высшая квалификация нашей карьерной лестницы называется топ-эксперт, и чтобы ее достичь, нужно воспитать в своем первом поколении не меньше 3 экспертов. Суммарный товарооборот первого поколения ваш не менее $30 000. И ваш личный товарооборот, да, ваш личный пакет инвестиций, портфель инвестиций, купленных вами за деньги, либо с бонусного счета, либо с живые деньги, да, $10 000 США. Когда это условие выполняется, вы становитесь человеком, который поднялся на высшую ступеньку карьеры в нашей компании, и вам добавляется еще 1% в первом поколении, если вы продолжаете строить структуру, подписывать людей за собой, либо в первом поколении, кто бы то ни было, что-либо для себя продолжает покупать, да, из тех, кто зарегистрирован давно. Вот. И у вас добавляется 4 уровня глубины с 21 по 24 уровень, 0,1% от того товарооборота, который создает ваша структура. 50% от бонусных денег, которые вам начисляются на бонусный счет, идут на акционный счет. Это квалификация топ-эксперта. В данной таблице отражена, в принципе, информация, которую я вам рассказал за какие-то 13 минут, да, то, что рассказываю про маркетинг-план. Первая квалификация – партнер, 4 уровня глубины. Вторая – консультант, далее лидер, мастер, эксперт и топ-эксперт. И вы видите внизу на голубом фоне, это личный объем от $100, начиная с консультанта до $10 000 до топ-эксперта. И товарооборот первого поколения с учетом вашего товарооборота от $300 до $30 000 США. Вот такая простая табличка. Она у вас переведена на все языки. Маркетинг-план, кстати, выложен у нас в личном кабинете, то есть его можно посмотреть, его можно скачать. С марта месяца 2016 года введен до... Дополнительный, тогда он назывался как бы дополнительный бонус. Сейчас это часть нашего маркетинг-плана. То есть для тех людей, которые активно развивают бизнес в первом поколении, есть дополнительные 3%, которые вы можете каждый месяц зарабатывать. Причем не важно, в какой вы квалификации. Там, консультант, лидер, эксперт, либо топ-эксперт. Единственное, на эксперте и топ-эксперте проценты здесь нарисованы в скобочках. 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20. А суть очень простая. Если в вашем первом поколении... С первого числа месяца по последнее число месяца делаете там первые 4 проплаты, ну, рассмотрим квалификацию мастера, например, да, вам выплачивается по 15% за каждую из этих транзакций. Как только делается купленный пятый пакет, да, вам за пятый уже начисляется 16%, и за предыдущие 4 дополнительно 1. То есть создается ситуация, что за каждый из этих 5 купленных пакетов вам заплатила компания 16%. Товарооборот продолжает развиваться, точнее бизнес развивается, месяц еще не закончился, у вас покупается 6, 8, 9 пакет, за который вам платится по 16%. Как только покупается 10, за него начисляется сразу 17%, и за все предыдущие 9 дополнительно еще 1% отдельной транзакции. То есть получается картина, что вы получаете за все 10 купленных пакетов в вашем первом поколении по 17%. Далее 11, 15, 18, 19, хоп, 20. За 20-й платеж сразу 18%, за все предыдущие 19 пакетов, которые были куплены, еще 1%. И каждый последующий купленный пакет в вашем первом поколении вам будет приносить 18%. Соответственно, если вы в квалификации эксперт, то начинается все с 16% и заканчивается 19%. Если вы человек топ-эксперт, то
начинается с 17%, заканчивается 20%. Есть несколько условий. Первое, все пакеты учитываются купленные в течение одного календарного месяца. Один человек может купить несколько пакетов. То есть у вас может человек открыть рассрочку, да, и в течение там, одного дня, трех, пяти дней взять и, например, оплатить все 10 пакетов своей рассрочки. Если он платит за каждый отдельно взятый пакет, считается каждый отдельно взятый платеж. То есть, соответственно, он сделает там 10 оплат, и вам заплатит за каждую в итоге из этих проплат 17% суммарно. Если таких человек 2, 3, там, 5 или 10, которые в течение одного месяца могут закрыть несколько платежей по рассрочке, то вы легко можете выйти на 20 платежей в течение месяца. Соответственно, вы за каждый этот платеж получите 18%, либо, если вы эксперт, 19%. Далее. Один пакет, я вам сказал, может купить, точнее, несколько пакетов может купить один человек. Учитываются купленные пакеты как людьми, которые зарегистрированы давно, так и новых людей, которые вы привели в этом месяце, да? Вот. И рассрочка, да, вот я сказал, что важное условие, что пакеты, куплены в рассрочку, тоже учитываются в этом бонусе. Что касаемо вознаграждения и раскладки по бонусным акционным счетам, это все в соответствии с вашей квалификацией. Если вы дошли до квалификации лидер, соответственно, те положенные проценты, которые должны идти на акционный счет, они будут начисляться. На данном слайде приведен простой пример, который показывает, что если в вашем первом поколении 22 человека купят пакеты стоимостью $50, мы округлили в течение одного месяца, вы заработаете $198 США. То есть за первые 5 пакетов вам начислят $40, за следующие 5 пакетов уже 45. За следующие 10 еще 95, и если два человека купят еще по $50 пакеты, 21-22 человек, еще $18, суммарно 198. Вот таким вот образом. Маркетинг-план простой. В маркетинг-плане нет никаких заморочек. Да? Здесь его, в принципе, зубрить, заучивать не нужно. Его просто понять, что к каждому уровню привязан жесткий процент. Он накопительный с момента регистрации, то есть вы сделали первые действия, купили сами, у вас кто-то что-то купил в первом поколении, оно все накапливается, никогда не обнуляется. Это очень большой плюс, потому что таких маркетинг-планов не так много по миру. Да? Квалификационным считается первый уровень, то есть ваш личный товарооборот и товарооборот вашего первого поколения, вот это то, что вас продвигает в квалификации. Это может быть еще и минус, да, у нас нет компрессии. Может сложиться ситуация, что у вас в первом поколении как бы люди не сильно активно развиваются, активные во втором, в третьем, там, в пятом. Но есть важный момент, что вас никто не может обогнать по квалификации, да, и вы можете потерять там структуру и так далее. В обычном мире MLM-бизнеса такое происходит часто, что люди догоняют вас по квалификации, у вас одинаковый процент прямых вознаграждений, да, если это классический маркетинг, либо там онлайн-маркетинг и так далее. И вы перестаете получать с той структуры деньги либо вообще, либо получаете минимум при выполнении очень жестких обязательных условий там, бокового товарооборота и так далее. У нас этого нет. Если у вас даже в третьем поколении человек, который достиг высшей квалификации, чем вы, то вы все равно просто получаете с третьего уровня, с четвертого, с пятого, например, с шестого, если вы лидер, те проценты, которые вам положено получать. То есть меньше их быть не может. Это большой плюс. Вывод денежных средств у нас осуществляется только с того момента, когда на вашем личном номере накопилось не меньше $30 США. Накопилось $30, пожалуйста, оформляйте заявку, и вам будут выведены денежные средства на ту платежную систему, на которую у нас выводится. В личном кабинете можно посмотреть. Как я говорил, минимальная сумма инвестиций для того, чтобы можно было зарабатывать и вводить деньги, это $15 США. И это может происходить как лично ваши деньги, да, вы просто проинвестировали сразу, так и деньги с бонусного счета, который вы можете накопить, благодаря тому, что активно занялись информированием людей о нашей компании, о технологии, о возможности зарабатывания денег. Из бонусного счета вы можете оплатить себе пакеты. Вы никогда не теряете квалификацию, вам не нужно ее подтверждать. Как я вам говорил, здесь нет обязательных объемов личных, которые вам нужно делать каждый месяц, нет обязательных объемов структуры. Поднявшись на ступеньку, например, консультант, вы никогда уже не станете партнером. То есть постепенно вы можете накапливать товарооборот, кто-то быстрее, кто-то медленнее. Но лидером вы можете стать, а партнером уже нет. То есть у нас там односторонний рост. Высокий процент, если вы топ-эксперт, то вы можете получать до 20% от суммы привлекаемых инвестиций в первом поколении. И от 0,1 до 7% вплоть до 24 уровня глубины у нас выплачивается по маркетинг-плану вознаграждение. Вас не могут ограничить в количестве партнеров, которых вы можете пригласить следом за собой в этот бизнес. Да? Единственное, есть элемент разумности. То есть огромного количества партнеров одновременно, которые хотят зарабатывать деньги, если у вас будет их больше 5, вы не сможете их всех обеспечить своей поддержкой. У вас не хватит времени, сил, потому что в сутках 24 часа. Но еще хочу, наверное, добавить следующее, что помимо, скажем так, этого бизнеса, да, помимо этой идеи, помимо того, что вы здесь можете зарабатывать деньги, у вас есть люди, которых вы любите. Это могут быть жены, это могут быть дети, это могут быть там
родители и так далее, которые тоже хотели бы вашего внимания в течение недели получать. Да? То есть не нужно уходить в этот бизнес на 26 часов в сутки. Потому что свое окружение вы можете таким образом настроить против себя. Просто спланируйте действия, как говорит Рэнди Гейдж, 7-10 часов в неделю для начала достаточно. Не в день, а в неделю. Если вы еще где-то заняты. Да? Вот. Как я говорю, большим плюсом является то, что начиная с третьей квалификации у нас вознаграждение начисляется и на бонусный счет, и на акционный счет. То есть вы таким образом можете значительно увеличить портфель инвестиций в нашем проекте, причем начав с минимальной, скажем так, стоимости пакета и так далее, и так далее. Активно развивая партнерскую структуру, вам, может быть, больше вообще не придется инвестировать крупных сумм, да, для того, чтобы вырасти там, до третьей ступеньки, до четвертой ступеньки квалификации и так далее. Что еще хочу добавить, что преимущество нашего маркетинга относится к тому, что если вы выполнили условия следующей квалификации, то в тот же день она вам присваивается. Вам не нужно ждать окончания недели, вам не нужно ждать окончания месяца, подсчета товарооборота за месяц и так далее. В некоторых компаниях рост карьерной квалификации осуществляется гораздо сложнее. То есть там нужно выполнить обязательные условия на протяжении, например, 2 месяца, 3, где-то полгода. Для того, чтобы шагнуть выше, полгода нужно выдерживать товарооборот определенный при определенной, скажем так, конфигурации структуры. У нас такого нет. Выполнили условия, пожалуйста, присвоили вам следующую квалификацию, вы начинаете уже в тот же день получать большие проценты с глубины вашей структуры, с первого поколения, чем это было до того. И второй важный момент. Наш маркетинг-план можно отнести к маркетинг-плану мгновенных выплат. То есть если люди, которые приобретают пакеты долей компании, верифицируются тут же, да, то в принципе почти мгновенно происходит раскладка вознаграждения. То есть, верифицироваться, кстати, если до сих пор есть люди в вашей структуре не верифицированные, желательно это сделать. Потому что есть один очень важный момент, если вы строите активную партнерскую структуру, не хотите верифицироваться, потому что вы такой принципиальный, что вы там когда-то документы подкладывали и так далее, подписывали договора, то вы деньги вывести не сможете. Потому что сейчас у нас условия такие. Только верифицированные партнеры могут выводить денежные средства, заработанные в нашем бизнесе. Ну, я считаю это правильно. Верификация – это подтверждение того, что вы – это вы. Этим занимаются все платежные системы, этим занимаются все банки, которые вы предоставляете документы, да, что вы там открыли счет, вы там завели карту и так далее, что вы, вот ваше лицо, вот ваши документы, где вы зарегистрированы, там, какой у вас паспорт и так далее, и так далее. Вот такая информация по маркетинг-плану. Есть ли у вас какие-то вопросы, коллеги? Не знаю, сложно это было для вас сейчас слушать или нет. Я постарался просто донести эту информацию. Да, в принципе, ее усложнить гораздо сложнее, чем просто донести. Нет. А может, у вас есть какие-то рекомендации, может, вы что-то не поняли. Да? Поэтому смело сейчас можете написать в чате. Я постараюсь на этот вопрос ответить. И я не могу вам обещать, что я знаю ответы на все 100% вопросов, потому что ну, их знает, наверное, только создатель, да, всего того, что происходит вокруг нас. У нас происходит в бизнесе много перемен. У нас добавляются языки в личном кабинете. Там стараются сейчас совершенствоваться структура личного кабинета, чтобы интерфейс был лучше и так далее, и так далее. На первый раз довольно сложно. Ну, если вы первый раз слушаете информацию вообще по маркетинговой какой-нибудь системе, может быть, да, потому что там какие-то шарики непонятные и так далее. А вот то, что сложно, может, напишите что, и я смогу с вами тогда поделиться информацией, которая у вас показалась сложной. Может быть, упростить ее, разжевать. Ну, вот я опять же не могу сильно прыгать до потолка, в принципе, если вы первый раз слушаете информацию, мне в какой-то мере приятно, что у нас есть человек, который пришел впервые и разбирается в этом. То есть это тоже важно. Уже, как говорится, не зря, да, потрачено это время. Так, Александра Георгиевна не пишет, какие сложности, да? Ну, вы знаете, вы можете, по большому счету, так, все отлично, спасибо. И пытаясь внедриться в самую глубину, прослушав ваши... Ага. Знаете, что вы можете сделать? У нас есть канал вебинаров, да, на котором выкладываются записи. И, кстати, для вас, для всех, у вас могут быть люди, проживающие в разных уголках земного шара, говорящие на других языках, да, и те языки для них являются родными. У нас на нашем... На наших ресурсах, я вам сейчас даже дам ссылочку, хорошо, есть, например, видеоканалы на
по-моему, 14 языках на сегодняшний день. То есть там и вебинары, которые обработаны, да, и ролики на разных языках, которые являются дополнительным инструментом, который можно давать своим партнерам. Я вот сейчас сюда брошу ссылочку. Это ссылочка на наш канал в YouTube, на котором находится, по-моему, 14 уже, да, языковых каналов, начиная с русского и заканчивая румынским, а инделанским. То есть скопируйте себе эти ссылки, вот эту ссылочку, вот, и там можно найти много полезной информации о технологии, да обо всем фактически, что происходит в нашем проекте. Ролики, которые вы видите на русском языке, например, в новостях, да, они обрабатываются, они, скажем так, обрабатываются переводчиками, накладываются субтитры и на многих языках, на которых у нас есть в личном кабинете страницы, на котором они будут, выкладываются видео в интернет. Вот. И есть у нас отдельно родные русские материалы, их большое количество, вот опять же, на этих каналах, на этих каналах в YouTube. Вы можете найти там и новости, и ролики по технологии, если назад отлистаете. То есть там большой-большой объем видеоинформации. Вот. Вы можете найти ролики по технологии свежие, вы можете найти ролики по технологии, которым 10 лет. Вот. То есть это стоков пройти, да? Самой посмотреть, заинтересоваться тем, что у нас было, к чему мы пришли на сегодняшний день. То есть вы можете даже по этим роликам просмотреть историю развития нашей компании, ну, по крайней мере, за последние 4 года, 3 года. С 2014 года по сегодняшний год, по сегодняшний день, да. И есть ролики, которым там 10 лет, которые были тогда, когда у Леницкого был полигон еще в озерах. Поэтому главное, чтобы вы хотели разобраться, вот, не надо давать сразу просто ссылку своим партнерам потенциальным, просто на этот канал YouTube и говорить, найди себе то, что тебе понравится. Нет. Найдите несколько роликов простых. То есть там есть описание технологий, есть, кстати, ролики по маркетингу. Я его показать сейчас не могу, к сожалению, YouTube у нас в Мирополисе сегодня не работает. 7-минутный ролик по маркетингу, кстати. Если вы хотите, раз уж вы здесь, давайте я, наверное, сделаю следующее. Я сейчас вам дам ссылку на этот ролик в YouTube. Вот. И вы просто сможете его посмотреть. И тем, кому надо показать, да, вы сможете его и показать. Буквально одну секунду. Это вот ролик по маркетингу, да, который вы можете сами посмотреть, где изложена та информация, о которой я говорил сейчас. Мы в последнее время на вебинарах именно так и делали. Я отвечал иногда на вопросы, говорил об отношении к тому, как нужно это делать, да, и показывал ролик о компании. А потом просто отвечал на вопросы и расставляли как бы так точки над «и» по этому ролику. Вот. Поэтому у вас есть чем заниматься. У вас теперь есть ссылка на видеоматериалы, те, кто не знал, да, вот на иностранных языках, на разных, для разных языковых групп. Ролик по маркетингу, тот, кто слушал впервые. Ну, буду рад вас увидеть завтра. У нас презентация в 17 часов. В четверг тоже будет презентация. И маркетинг-план мы будем проводить еще в пятницу. Всем отличного вечера. До новых встреч на наших интернет-ресурсах. Пока я доступен только здесь, хотя было когда-то, ездил еще и по стране. Вот. Ну и всем вам удачи, успеха, отличного настроения, здоровья, любви.